Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Джулия. И я вам хочу рассказать, какой салат мы сегодня будем готовить. А салат просто бомбический. Я буду готовить баклажаны в томатно-масляной заправке. Ну, в общем-то, мне, как обычно говорят, ходили в гости, соседка дала рецепт и рассказала такую историю, что приехали гости, и она одну баночку достала, ее быстро съели и говорят: ну что ты ждешь, давай вторую баночку, потому что очень-очень вкусный салат. Ну вот, поверив ее словам, мы взяли рецепт и вот решили приготовить. Я нарезала баклажаны, нарезала вот так крупно. Сейчас я их залью. Ну, в общем-то, в принципе, уже горечи, говорят, нет баклажанов, но на всякий случай. Я сейчас залью водой, добавлю соль, чтобы удалить горечь. А потом буду готовить салат. Баклажанчики залила водой, добавила соль и оставляю на 20 минут. Так, друзья, баклажаны у меня готовы. Прошло 20 минут, я слила воду. И сейчас я пропускаю помидоры, мне нужен сок. Добавила 1 стакан подсолнечного масла. Сейчас я сюда добавляю 1 стакан сахара. Так, добавила 2 столовые ложки соли крупного помола, стручок горького перца. Так, я еще 5 зубчиков чеснока добавила. И сейчас я ставлю на плиту, буду варить. Так, вот, друзья, баклажаны томатно-масляной заправки у меня готовы. Я закрыла уже баночки, поставила их, перевернула, сейчас укутаю, и они будут у меня до утра стоять, потом уберу. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего хорошего, будьте здоровы!